Окей, с вами Шмики, и мы продолжим проходить игру под названием «Таза разыскивается», и сегодня мы отправляемся в магазинчик за покупочками. Это второй уровень сложности у нас. Это знак, который разрушает проехать твои кукушки. Может, пропустим это все? О, что было, знаете, интересно. Так, итого у нас... Ага, кухон, мебели... Погнали искать. Ага, пес. Пес нас сразу атакует. Ага, туда нафиг попаду. А вот теперь можно. Скользкая дорога. Так, это какой-то типа футбольного поля. Ладно, непонятно. Но здесь точно есть что-то. Давайте я тогда по верху поеду. О, тихо. Так, а почему здесь закрыли? Это кукушка. Это просто сокращение пути, да? Да, это просто сокращение пути. Хорошо, тогда вниз. Поехали на второй этаж. Так, сразу взрываемся, чтобы потом не взорваться. А здесь у нас уже милиционер. Игральная комната. Меня споймали, найс. Так, кукушка, ладно. Поехали. Я постоянно любил здесь еще кататься. Так, я видел там змея. Вон, воздушного змея. Машинка что-то не успевает. Я же догоню тебя. Так, вот это мне нужно сюда, походу. И таких еще несколько, да? Так, вижу одну там на замке. Вижу одну на замке. Так, а кем я здесь буду? Кажись, диджеем. Да-да-да, диджей. А в музее либо охранником, либо типа того. Диджок. Не-не, давайте в такое место покруче найдем. Типа у стены вот так. Херячит по окружению. Так. Невидимость. А, главное, шапку видно. Так, как мне в замок тогда залететь? Эту я уже сломал. С помощью машинок? Как вариант. Так,
Вот по идее как-то на замок можно попасть. Но я пока не знаю как. С помощью машинки. Как варик. Так туда наверх не попасть. Так туда наверх не попасть мне. Да. Мне обязательно нужно и там. А, так туда можно попасть. Тихо. Поехали. Туда все-таки можно попасть, спрыгнув сверху. Готово. Готово, готово, готово. Так. Готово, это одна только из семи. Так, игрушки можно откинуть уже. Странная, очень странная игральная комната. Так, бубликовская. Я вернулся в игровую. Секретка? Нет. Ладно, погнали ниже. Так, вижу еще один знак. Давайте тогда на этом этаже пошастаем. Так, зачем вы мне здесь нужны? Теперь я понял. А не, я думал, тут что-то будет. Так, ну это магазин игрушек. Давайте тогда на ту часть. Также интересно, типа, самому ходить, вот искать. Чем юзать, когда ты уже знаешь, куда нужно идти. Да, только, конечно, непонятно куда, но так тому и быть. Так, туда можно попасть. Так, у нас наверху было. Поехали. Давай, быстрее, сейчас это проснется. Так, здесь один. Дэнс. Дэнс. Все, теперь это место тоже можно покинуть, здесь больше у нас ничего этого нету, что нас должно интересовать. Итого, мы с вами... Так, у нас кукушку я вижу. У нас двери были. Mm-hmm.
великает. Великает. Во-во-во-во. Окей. Теперь я знаю, как попасть к кукушке. Ага. Еще бы камеру нормально сделали. По низу, по идее, можно пойти. По низу я и пойду. Готово. Сейчас по этим пойдем. На второй раз. На третий раз. Откуда из ноши упаду? Ладно, пойдем по цветным клумбам. Ага, на них не запрыгнуть, да? Так, просто туда не запрыгнуть. Хорошо. Пойдем к великойоту. Великойот, мне нужна твоя помощь. А вот допрыгнули я. Ну нет, блин. Давай, о, отлично. Так, сейчас мы уничтожили. Сейчас все уничтожено. Осталась игральная комната. Так, погнали в игральную комнату. Она здесь у нас была. О, какая-то дверь. Тихо, поехали. Невидимка. Какой-то бы... Ага. Отлично. Сейчас мы все здесь сломаем. Как легко 50% заработать. Ну где 50% моих? Или уже их получил? Нет, 45. Так, ладно. Погнали искать знак. С какой он там стороны был? Помню, где-то здесь, вот. Помню, что где-то рядышком. Тихо, выключаем батарею. Все, телек потушен. Итого нам... А, у нас еще целых два. Ну, один я точно знаю, где сломать. А, и второй мы ж типа этого, да, подняли. С
стекла. С какой стороны стекла? Вот стекло. Кеглибар, кеглибар, кеглибар. Нужно, походу, все кегли сломать. О, нифига здесь местечко. А ну. Так, какой-то поезд заюзали. А, усы все вижу. Я думаю, мне нужно в игральную комнату. Я понял, я понял. Игральная комната, все. Отправимся потом в игральную комнату, но сначала мне нужно вернуться. Итак, готово. Поехали выше. Выше, 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 выше. Воу-воу-воу. Ну, нафиг. Что здесь у нас? Что-то непонятные кровати какие-то. Так, и остаются у нас черные дыры. Ладно, погнали. Где-то мои игральные. Так, вот здесь будет легче подняться. Не-не-не-не. Я вас понял. Так, окей. Выходим с магазина. Не с этой стороны, мне нужно с другой стороны. И... Тупая псина. Тупая псина. Погнали сюда. Типа черные дыры, я понял. Бум! А что если я заюзу этот стоять? Таки гельбан. Мне нужно игровая. Где костюмчик мой? Давай, сейчас сюда еще вернемся. Мы сюда еще вернемся. На той стороне. Сейчас будешь, пацан, но с экспериментальчиком. Ну, заиграй мужику. Йоу-йоу. Добавлю, короче, его. Добавлю. Так, мне нужен первый этаж. Мы сломали где-то. Ладно, сейчас наверх поднимусь. Черт, ладно, разлом берем. Это, походу, самое быстрое, как я смогу туда пока что попасть. Готово. Готово.
Так, здесь должен быть сломатый тренажер. И... Блин. А, таз Warrior здесь у нас находится. Так, что-то я там сломал. Лифт сломал. Вот этот лифт? Don't move. Не, следующий. На той стороне. Don't move. Так, я не могу разобраться, не могу. Don't move. Так, don't move. Сюда это не туда вообще. Don't move. Походу туда вниз. Don't move. Что-то я все дальше и дальше отстраняюсь. Don't move. Так, короче, едем так по прямой. Don't move. Продолжаем ехать и приехали. Все здесь. Ну, ладно. Что не по... Ну, не показывают. И что я из-за этого получил? Так, готово. И у нас остается с вами только музей. Ну, музей это у нас, конечно, следующая серия, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.